Сохранить наследие победы в Великой Отечественной войне. В Новосибирской области 9 мая отметят масштабно. В городе Новосибирске и во всех муниципалитетах запланировано намного больше событий, приуроченных к Дню Победы. Приветствуется масштабное проведение празднования, вовлечение максимального количества жителей, особенно нашей молодежи. Поэтому просьба подготовиться, обеспечить все четко, организованно, безопасно. В регионе пройдет более 1500 патриотических акций. Георгиевская ленточка, письмо победы, окна победы, сад памяти, вахта памяти. В преддверии праздника в Новосибирской области традиционно проведут уборку и облагородят места захоронения участников войны, мемориалы и памятники. 8 мая пройдет церемония возложения цветов памятнику «Раненый воин». В ней примут участие труженики тыла, ветераны и участники специальной военной операции, члены их семей. В оперном театре состоится праздничный концерт. В медицинских учреждениях, где сейчас восстанавливаются участники СВО, тоже проведут праздничные выступления. 8 мая в 22 часа пройдет «Свеча памяти» – ключевая площадка «Монумент славы». 9 мая мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Александра Покрышкина. В 10:00 военный парад войск сибирского гарнизона на площади имени Ленина. На трибунах наряду с ветеранами Великой Отечественной войны примут участие в торжественном мероприятии участники СВО и члены их семей. Всего в параде примут участие более 2000 человек. Механизированная колонна будет представлена 32 единицами военной техники. Общественно-гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Завершит праздничное мероприятие 9 мая артиллерийский салют во знаменование 79-й годовщины Великой Победы. Парадные расчеты и на Красном проспекте, и на Красной площади. Хроники жизни новосибирцев во время Великой Отечественной. Любыми песни военных лет и «Бессмертный полк» на высоте 3500 метров. Уникальный проект восстановления памятников. Встречайте День Победы вместе с каналом ОТС. Народный праздник 9 мая во всех телевизорах Новосибирской области.